Количеством матчей, которые парни провели на взрослом. Угадаешь, кто больше всего? На взрослом, да? Вот именно взрослый. Нет. Давай, пока. Ну, Чалов. Да, Чалов. Чалов первый и совсем рядом Облепов. Белая полоса дальше всего, потом синяя, красная. Ты домой будешь заходить? Нет, нет. Всем вам удачи!
матч Евро-отбора. Игра в городе Ниш состоится 19 января.